Привет, друзья, с вами Миска, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Dungeons Rushers. В этой игре нам с вами придется проходить подземелье, точнее продолжать проходить подземелье. У нас уже отряд из трех человек: рейнджер, гном, танк и, собственно, замечательный наш бард, который будет нас бафать, наверное. Но что-то я не слишком-то уверен. Ой, оперный театр. Давайте используем. Блин. Ой, я на них кинул сон. Это максимально удобно для нас, потому что мы сейчас сможем продамажить как следует нашего... А ты можешь его? Да, он может его. Отлично, ему не закрывает обзор. Теперь мы можем усилить броню. Давай, броня усилена. Отлично. Следующий. Нам максимально их надо сейчас сносить. Просто по максимуму. Максимально быстро. Так, сейчас этот у нас, да, добивает. Сейчас минимальный урон придет нашего рейнджера. Надеюсь. Ой, как много-то ему урона снесу, в скобочках. Нет. Что ж там такой слабенький-то? Отлично. Убрали. Убрали скелета. Отлично. Отлично. Так, ладно. Будем двигаться. Куда-нибудь двигаться. Так, так, деактивируем. Ах, повезло, мы смогли деактивировать ловушку. Надеюсь, нам следующее в ближайшее время не попадется. В ином случае придется очень туго. И будет, рассматриваем, что дает добыча. Вода. Не знаю, куда прям девать это чудо. Сверхинженер. Да что ж такое-то? Ну ладно, в принципе, один маг. Мы его должны быстренько раскромсать. Мы еще и ходим довольно. Блин, он сейчас ходит, так что он дамаг нам снесет все же. Ну, всего лишь какому-то поду, который у нас исполняет роль, видимо, приемника для снарядов. В другой роли я его особо-то и не вижу. Поэтому... деактивировать магизм... Давай, соло на лютне. Ты же деактивировал? Отлично. Теперь давай-ка сюда. Мне что-то хочется узнать, что здесь... Да что ж вы будете делать-то, а? Битв-то немало у нас, постоянные битвы какие-то с всякими подлюками, которые нас неплохо так раздамаживают. Так, понятно, этот у нас будет терпеть большую часть времени, походу. Ну, снеси ему ДПС. Может, я тогда его смогу... Да, я смогу его добить, отлично. Отлично, сейчас этому гаду еще придется впаять зелье лечения, иначе он нас не выживет. Что-то мне подсказывает тут об этом. Наверное, то, что он... Кстати, талант он у нас получил. Тут скоро уровень должен быть. Давай, двигаемся потихонечку. Ну ладно. Я понял. Попало по нему. Все. Вроде бы как неплохо. Он у нас слегка потравленный. Но это тоже, в принципе, нас не должно пугать, потому что мы можем спокойно дальше рашить, но то у нас он и... Блин! Неприятная особенность наших врагов. Он еще и первый ходит. И урон неплохой вписывает. Блин, он отравленный. Наш танк сейчас еще как бы не сдох. Что-то меня смущает в способностях нашего танка, потому что он, ну, малость косорылый. Интересно, если он сдохнет, я... Что должен был сделать? Мне самому интересно теперь, что может быть. Так, зарегинь нас, а. Пивасик, отлично. Ну-ка, давай-ка. Отлично. Это еще куда-то ведет, блин. Причем так много направлений, что я аж теряюсь. Поэтому пойду-ка сюда. Рассмотрим. Пробивание щита. Минус защита. Придется пробафаться как следует. Так, что это у нас дает? Так, регенерирует 20% максимум. Давай. Яд, серьезно. Мне уже не нравится это подземелье, потому что нас сейчас еще похарчат как следует. Потому что яд на всех гадах. Только не говорите мне, что он сдох навсегда. Потому что если он сдох навсегда, то все, это капец. Я не знаю, что делать. Так, ладно. Будем выносить пытаться. Ну... Так, сейчас убиваем мага. Он нам доставляет большие неприятности. Так, и сносим. Сейчас у нас следующий ход за ним. Ой, он сейчас может угробасить наших замечательных воинов. Нет, ладно, у него это не получилось. Мы, в принципе, выжили.
А мы сможем это персонаж без сознания. Отлично. Что-то у нас максимальное зелье выносливости. Ладно. Один есть. Второго отхилаем. Блин. Что-то какое-то подземелье-то нифига не выгодное пока что. Сохранить и выйти. Ну, или, в смысле, продолжить выйти. Вроде все, подземелье на соточку. Собрали какие-то ресурсы. Теперь, так, Толгрим, что здесь, что ты здесь делаешь? Ремесленник нам говорит. О, приветствую, дружище, вы знакомы? Ага, Толгрим, мы когда-то казначей в нашей гильдии. Гильдии, именно член славной гильдии ремесленников. И мы изготавливаем различные предметы на всяких приключенцев. Здорово, Толгрим не говорил, что может сделать нам убийственное оружие для приключений. Вот, говорится, успокойся, парень. Ты только сходу предположил, что я какой-то невероятный кузнец. Лишь потому, что я гном. Не хотел бы тебя оскорблять, но ведь если бы ты мог изготовить для нас экипировку, это бы очень нам помогло. Да, я, конечно, могу. Просто давно ничего такого не делал. Притом, у меня даже нет мастерской и материала для него. Друг мой, пойдем со мной, я тебе помогу. Немного потренируешься и сможешь изготовить все, что захочешь. Отлично. Теперь нам осталось научиться делать то, что у нас тут есть. Это что такое? Костяной скипетр. Кому я его дам? Так, вот это уже куда интереснее. Железная броня. Минус ловкость, плюс броня. Куем? Правильно. Изготавливаем. Куда мы без таких матери... О, да. Маленькое зелье лечения. Прям отлично. Так, снимать негативные эффекты. Это нам тоже пригодится. Что это такое? Тотем новичка. В левой руке, плюс магия, плюс это. Но у нас нет мага, некроманта или кто бы там нам помогал со всем этим. Костяной щит. Еще бы где все это взять-то теперь? Все ресурсы для этого. Так, магазин. Ага, мы забираем. Железный кинжал. Плюс один к оружию. Так, сломанное копье. Пригодится. Так, что же у нас тут еще есть? Так, кольцо, это все хорошо. Тридцаточку, блин. Тратить, не тратить. Блин, воду бы взять. Не знаю, какая еще пригодится. Сколько, почем у нас тут? Почем она у нас? 5. Берем. Чего бы такой фигни отказываться-то, а? Хмель. Ну, думаю, хмелем мы можем пожертвовать. Типа, почему нет? Сколько он там стоит? 2 всего? Блин. Я рассчитывал на куда большую стоимость всего это чудо. Так, ладно, мастерская. Так, у нас тут... А, железо еще нужно. Ладно. Шлем плюс один. Только череп у нас. Двое штуки. Сейчас бы что-нибудь. Вампирский кинжал. Вот это вот то, что нам надо. Только нам ресурсов на него не хватает. От слова совсем. Так, особый особняк. Закончить все этажи. Но это для нас, мне кажется, чуть ли не самая непосильная задача, которую мы можем. Но мы выйдем. Ого, это точно громадная постройка. Это особняк, гигантское подземелье, несколько уровней. Любой, кто посмеет войти, выйдет богачом или мертвым. Наши доблестные сердца не могут остановиться. Не могут остановить пагубное зло тех наисквернейших хозяев подземелья, что уже... То уже ничто не сможет. Угу, я понял. Вперед прорываемся, мои драгоценные товарищи. Избавим это место от следов прислужников зла. Что он говорит? Думаю, он сказал, пошли. Да, я тоже так думаю. Нефиг тут сдаваться, тут надо будет пройти. Ага, она еще генерируется каждый раз заново. Ой, жопку-то мою порвет, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие гады нам попались. И вот теперь вопрос. А если я... Нет. Толку нет на скелета вешать отравление, если это гребаный скелет, которому, в принципе-то, должно быть пофиг. Ну-ка, давай. У нас должно быть магическое усиление брони. Все. Отлично. Хотя бы сколько-то ходов я смогу в броню впитывать. Хоть что-то. Да, бой будет не из легких, потому что эти гады довольно-таки жирные, это раз, второе. Магия хорошо пробивается. Ага, я понял. Так, крушим, ломаем, бьем лица и... Ну что ж такой слабый-то? Все, отлично, сейчас он своей замечательной ноткой его прибьет и все со своей лютни. А, ресурсное копье, отлично, сломанное копье, точнее, ресурсное, что я несу. Уже очень хорошо, то есть мы... Ой, блэд. Кажется, нам хана. Это, по-моему, именно так вот и звучит, что нам хана. Так, ладно. Тут придется... Ну вот, долбани-ка его своей нотой.
С маной у тебя что там? Все плохо, как мне подсказывает. Что-то мне подсказывает, что абсолютно все плохо. Ой, вот этот дамаг. Ой, еще пробитие повесил. По броне, блин. Даже не знаю. Так, ладно, с этим надо разделаться. Следующий удар должен. Ладно, я понял. Давай, усиливай броню. Иначе будет все плохо. Без брони мы вообще ничего не сможем делать. Этот, блин, на зельях сейчас сидеть придется отпиваться. Я не вижу другого исхода для нас. Потому что если мы сейчас не отопьемся. Ага. Так. Окей. С одним покончили. Добьем дальника. И как-то будем пытаться. Да. Прикончим этого. Этот сейчас. Блять. То есть все-таки не смогли мы. Не смогли мы это пройти подземелье без жертв. Придется, видимо, выходить и что-то делать со всем этим. Или мы можем. Персонаж без сознания. Я понял. Все, вываливаемся отсюда. У меня нет других вариантов, что делать. Подтвердить, да, мы покидаем подземелье. У нас должны быть где-то тут. Так. Сделать позже. Ничего не хочу пока делать. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Ёршик нам нафиг не сдался. Тут у нее нифигища нормального. А, мы еще и броню не одели. Отлично. 10 из 10. 10 мне из 10 баллов. Я нифига не одел, но за то, что сделал. Ух, ну я убью. Конечно же. Кольцо ловкость. Где все эти ресурсы добывать-то, а? Кто мне подскажет? Вот где я металл могу раздобыть сейчас? Так. Что это такое? Костяной скипетр нет. У нас нет такого товарища, который может нужное нам оружие сделать. Так, железо где-то надо взять. Тоже не понимаю, где. Так, магазин. Вот эту фигню стоит купить. Что-то мне подсказывает. Волшебная кость, кстати. Вот у нас есть железо. Теперь мы... Ага, отличная гарантия. То есть нету. 48 секунд. 10 из 10. Прям... Что это такое? Маленький пояс, плюс 2 энергии. Тем новичка, ну, пока не надо. Так, у нас есть. Кольца ловкости нам не особо нужны. Амулет силы, хорошая вещь, на которую мы могли бы потратиться. Ну, даже не знаю, волшебное кольцо. Металл плюс кость. Ну, кость у нас есть, блин. Что же делать-то? Я рассчитывал что-нибудь из этого сделать. Еще одно бревно я бы смог топор сделать. Кстати, бревна. Бревна есть? Ну скажи, что у тебя есть в продаже бревно. Что ж ты такая-то, а? Так, нет, волшебные игры я уже поиграл. Ничего хорошего я из этого не вынес. Гриб пока продадим. Солод надо оставлять. Хотя, солод зачем мне он сдался сейчас? Железо есть. Давайте, ладно, последний раз заглядываем в мастерскую. Я думаю насчет... Мана, это хорошо, но нам, в принципе, она и без нее можно прожить. Скуем вот эту штуку. И тотем. Блин, кто у нас носит тотемы? Даже не знаю. Так, ладно. Так, таверна, может? Нет? Может, она нажать на персонажа? Отлично. Отлично. Сохранение в профиле. Ну что ж ты такой долгий-то, а? Так, может, скины? В скинах я смогу хоть что-то сделать? Нет, приходится... А, вот команда, отлично. Мы можем это сделать через команду. Кольцо, левой руке, пояс, амулет, сапоги, броня. Так, броню мы хотели дать нашему товарищу. Так. Бухгалтерская книга. Вся держит свои при себе долги. Но лучше-ка ты у нас имей вот такую вот замечательную броню. Что ж такое, сломанная рукоять, что еще можем? Амулет силы. Тебе он тоже нужен больше, чем всем остальным. Тебе бы еще двуручный топор, но мне для этого надо еще один ясень. Ясень-то мы где добывали, а? Может, тут есть какая-то это? Сокровища уже открыты. Что ж делать? Снова сюда ползти? Попробуем потащить. Ладно, генерируйся. Надеюсь, мне задницу не оторвут в процессе прохождения. Это что такое? Деактивируй. У тебя же все-таки это магическая флейта. Ой, флейта, говорю. Ой, арбалет. Два дальника, блин.
Будет нелегко. Ну, попробуем. Так. Ой, мы его сразу укокошим. Это прям замечательно. И сейчас с этим будем разбираться. Я понял. Кому-то надо втесать посильнее. И нота его не прикончить. Ладно, с этим разберемся. Чтобы он не сходил лишний раз. И заканчиваем бой. Ману жаль... А, нет, с маной все нормально. Будем, значит, аккуратно действовать как-то. Блин, что-то мне подсказывает. Будут подземелья, блин, все сложнее и сложнее. Так, окей. Если мы ему сейчас не втащим как следует, он сейчас урон выпишет, да, разумеется. Ну, хотя бы в пода. С ним ничего страшного не случится. Отпоим его зельем после следующей атаки. Все равно я не знаю, что с ним делать. Так. Так, комнату использовать. Я понял. Комната с сокровищем. Отлично. У нас есть подсказка, где есть сокровище. По крайней мере, мы должны сходить до него. Ёперный театр. Сейчас будет комедия. Сейчас будет комедия. Причем сложно. Ёперный театр. Ну как же это могло-то так произойти, а? Я же не думал, что... Знал бы, что его надо сразу отпоить, я бы его и пошел отпаивать. А он взял и скончался. А теперь в двоичка проходить и подземелье, даже брони никто не даст. Ну что за фигня такая? Так, алло, долби давай. На, еще билки у них юзать, они вроде неплохо. О, я бы свалил сейчас с подземелья. Потому что, ну, есть одно подозрение, что я могу сделать. И мастерская. Мы выбили то, что надо. Так, железа не хватает. Так, мастерская. Ой, мастерская. Магазин. Ясень. А у нас есть, металл. Блин. Что же делать-то? Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравится. Понравился эта серия. Понравится, точнее. Поставьте лайки, подпишитесь на канал. Подпишитесь на группу ВКонтакте. Там анонсы, видео, ролики, там мемасики всякие. Не забывайте ставить лайки. И до новых встреч. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.